Всем привет, с вами Роман Раскольников. Я продолжаю играть в игру под названием Desolate. Собственно, я уже взял квест у интенданта на ослабление сил НСов, на среднюю сложность, на средний уровень и сложный уровень сложности. Отличаются они тем, что надо мне убить пятерых, семерых вроде как. Я сразу, как они появились, я их сразу же взял. Это выглядело и вот так вот. Так, интендант. Задание. Ставка продовольствия. Так, слабить НС. Вот смотри, слабить НС. Кстати, средние, оказывается, тоже есть. Давайте я беру ослабить НС сразу. И среднюю, и сложную. Сейчас посмотрим. Так. Ослабить НС. 3, 5. 3, 5, 10, наверное. Или 3, 5, 7. Хотя нет. Сложная это 5. Средняя это 3. А легкого походу нету. Ослабить НС легкого походу нету. Так, ну а мы, собственно, продолжаем. Я, в принципе, еще не видел на... Так, уровень сложности. Так, вот. Средний и сложный. Я не видел легкий уровень сложности. Ну тут, блин, одного что ли убить? Получается одного, трех и пятерых. А, у этих, как его, у мародеров. Мародеров вроде только один уровень сложности. Ни разу не встречал того, чтобы там типа был средний уровень сложности. Скорее всего, ослабить НС уровень сложности только два существует. Скорее всего, третьего не существует. Так, ну... Я не знаю, давайте вот, наверное, сюда сбегаем. Думаю, в принципе, можно, а то я уже там два раза был. Там уже ничего интересного нет в Грачевске. Давайте за... Так, за... Залигорск. Залигорск бегаем. Там тоже вроде как НСовцы, солдаты НС обитают. У них там тоже типа базы или еще что-то. Мы уже почти подбежали. Может, еще по дороге нам встретится кто-нибудь. Так. Надо сразу поставить посложнее, который 5, потому что я 3 по-любому выполню сразу. Не знаю, они тоже будут засчитываться сразу в 2 квеста идти или как. Типа я убью одного, и мне и в тот в квест засчитается. Или это тут баг работает только с этими, с мутантами. Если с НС-цами тоже работает, это вообще круто. Вообще хорошо. Можно сразу несколько заданий брать. Например, на чипы задание, на ослабление НС. Ну, можно еще на поиски всяких предметов там. Предметы не очень... интересно идти сразу к какую-нибудь огромную базу и кормить их. Так, мне вроде мутантов надо, кстати, ослабить, если я не ошибаюсь. Да, надо. Я просто взял квест, чтобы по дороге, если встретятся мутанты, их тоже как бы ослабить их влияние. Опа. Закрыто. Ключ-карты для этого нужно. Они нам лгали. А я сюда ни разу еще вроде как не ходил. Так, сюда надо бежать.
Наверное, зря это. Он сержант НС. Так, здесь я выполнил. И здесь тоже. Отлично. В таком случае мне сразу выгоднее несколько брать квестов. Что-то там машешь моей рукой. Куда побежал? Думаешь, я тебя не догоню, да? Да, слышу. Ликви нашел. По-любому с этим квест тоже какой-то связан. Там обернись, говорит, ты меня слышишь. А, меня слышно? Там подобное. Это квест, скорее всего, какой-то надо выполнить. Интересно. Промазал? Получается, первый раз я в него промазал, что ли? Не попал по голове. Я, кстати, побочно стал собирать вот всякие тушенки. Ну, все такие продукты, которые пригодятся. Я их храню у себя в ящике. В личном ящике. На базе. У меня там уже есть 3 перловки вроде, 4 макарон и рис один. Также у меня есть концентрат синий, аж 2 штуки. Красного, правда, нет вообще. Ну, чтобы если я вдруг возьму задание и сразу оттуда его половину взять, чтобы не искать. Он нашел. Так, сейф. Сейф он долго сейчас. Так, перегруз. Откуда у меня 2 банана? Так, газ. Так, вот это я забрать. Так, яблоки съесть. Но это мне дают эти за выполнение квестов. Вон сколько тут деталей, коробка с деталями. Забрать. Забрать. Братик, гвозди мне сунули. То, что я квесты выполняю. Зажигалки дали аж 2 штуки. Так, ладно, все остальное я использовать не буду, оно мне может пригодиться. Так, вот еще можно забрать. Так, это я забираю, так, патроны забираю, это я разберу. Я типа из сейфа забрал кое-что, но я и взамен положу. Это бартер был. Так, я не помню, что еще мне нужно найти. Это побочка. Антидепрессанты. Сразу использую. Так, кто-то на меня решил напасть. Рядовой аж. А где капитаны? Здесь сержанты. Еще один. А
Ах ты ж, куда убежал? Вот я, например, даже не лечился. Я горел и не лечился. А ты, слабак, побежал лечиться. Трус. Поэтому умер, как трус. Спину убили. Потому что убегал. Так, ладно. Вот еще один. Блин, помазал. Ладно. Задание я выполнил. В принципе, можно возвращаться. Классики. Так, вернусь я, пожалуй, наверное, сразу на ферму. Тут проще будет. Быстрее. Чтобы сдать квест. Так, тут что-то спрятано. Игрушка где-то. О, дорги. Убивать надо. Идеально будет, если я еще встречу, вроде как. Так, если бы я мародеров встретил, это тоже было бы идеально. Их тоже вроде как ослабить надо. А вот и мародеры. Так, давайте грабим убить. А чё, без главаря получается, да? Так, фотоаппарат он. О, сухофрукты. А, блин, они... Вроде как не нужны, а получается. Ну, собирать буду, пока отдают сухофрукты, надо брать их. Пригодятся еще. Так, я вроде задание с доргами выполнил. Слабить мародеров еще не до конца. Ну ладно, потом. Так принципиально это. Так. Плохо было бы еще наручные часы найти. Так, ну на ферме будет сейчас фризить. Всегда фризить на это. Так, стальной ящик. Банан. Так, задание выполнено. Так, это все. Что тебе надо? Чё ко мне пристал? Ну, уходи. Ослабить мутантов. Продовольственное. Поставка продовольствия. Ну ладно, это я сам так буду выполнять. На этом я закончу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.